Увидеть то, что раньше было невозможно. РУСКАН-60, новый аппарат УЗИ, пополнил оснащение Центральной городской больницы Ульяновска. 5 миллионов рублей для его закупки выделили в рамках реализации нацпроекта здравоохранения. Подробнее о новом оборудовании, о том, что оно даст, и врачам, и пациентам расскажет Елена Гончарова. Театр теней на мониторе – не что иное, как внутренний мир пациента. Мария Воронина – врач-диагност. Легким движением рук она буквально смотрит на вас изнутри. Уже несколько дней работа доставляет ей особое удовольствие. Новенький аппарат позволяет творить чудеса. К примеру, в распоряжении доктора появился особый – карандашный датчик. Или, как его еще называют врачи, слепой доплеровский датчик УЗИ. Он позволяет при отсутствии визуализации, при отсутствии акустических окон, но при хорошем знании анатомии, получить доплерскую кривую кровотока, по которой мы можем судить о работе сердца, о том, насколько проходимы наши сосуды. РУСКАН российского производства. И, по словам врачей, ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Аппарат позволяет увидеть, как сокращается каждый отдельно взятый участок сердечной мышцы и оценить здоровье щитовидной железы, не поднимая пациента с кушетки. Мы можем оценить узел, доброкачественный он или злокачественный, чтобы решить сразу здесь на приеме, направлять ли нам пациента на дообследование проведения тонкоигольной аспирационной биопсии, либо он может наблюдаться просто пока так дальше. То есть вот этого не было? Ну, предыдущих аппарат у нас такого не было. Благодаря этой же программе модернизации первичного звена здравоохранения чуть раньше весной этого года в больнице появился и новый цифровой маммограф. Прежний пленочный аппарат не давал возможности работать с картинкой. То есть можно регулировать контрастность снимка. Если нужно, можно осветлить, можно затемнить. Таким образом, то есть мы играем контрастом и на пленке, то есть у нас там есть зафиксированный снимок. То есть мы его никак уже не сможем отрегулировать. А здесь как бы можно. За счет этого большой плюс в цифровом аппарате. А еще огромный плюс, поделились врачи, при работе с цифрой не надо разводить реагенты, закрепители и проявители. Также исключается и погрешность в виде дефекта пленки. Елена Гончарова, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск.